Здорово! Я пересмотрел уже огромную кучу видео и до сих пор не понимаю, как людям в голову приходят такие охуенные идеи! Давай! Во-первых, как им удалось уговорить голубей? И во-вторых, это ж дорого. Ну теперь от голубей хоть какая-то польза будет. Такое развлечение для всей семьи или новый вид спорта. Покупайте голубей, свежие голуби, 120 рублей 10 штук. Пап, купи мне голубей, пожалуйста, я хочу стать голубистом. Я уже думал, ты никогда этого не скажешь. Конечно, сынок. Между прочим, у голубистов с гейми ничего общего нет. Кроме любви к маленьким анальным радостям, конечно. Этим ребятам еще повезло, что голуби не стали выполнять свою основную функцию. Кстати, раньше ведь были почтовые голуби, но прогресс не стоит на месте. И теперь с помощью них можно обмениваться быстрыми сообщениями. И вообще меня поражает степень реалистичности и уровень детализации современных видеоигр. Сука, не с СБ, блядь, сука, получилось. Следующее видео еще раз доказывает, что бананы не умеют танцевать. Вы просто посмотрите на лицо судьи. Банан попал. Мало того, что желтый лишился шаров во всех смыслах, так он еще тупо стоял в сторонке и смотрел, как его делают. Да этот чувак неудачник. Куда бы он ни пошел, везде одно и то же. Здравствуйте, можно мне, пожалуйста, половинку черного? Да я тебя, блядь, одной своей четвертинкой уделаю! Интересно, как этот мужик получил работу судьи? Извините, но вы недостаточно квалифицированы, чтобы работать судьей. Вы приняты! Даже вот эта девка не удержалась и побежала потом его шары подбирать. Ну и вообще, это видео фейк. Уж больно легко банан расстался со своими маракасами. Вы даже не представляете, как сложно жить парням с большим членом. Особенно если он длиной 1.5 метра. Уже неделю назад мы подходили на этот адрес, предупреждали абонента о сумме его задолженности, вызывали его посредством мегафона, звонили в дверь. Абонент вышел, громко ругаясь, нецензурно выражаясь, с угрозами. Вот, оплачивать не захотел. Потом он неоднократно нас преследовал по улице, на своей машине догонял нас, опять-таки с угрозами, с нецензурной речью. Вот, потом подал заявку в милицию на нас о том, что мы его избили и оскорбили. Сегодня мы приехали на его адрес для отрезания. Что? Сегодня мы приехали на его адрес для отрезания. По-моему, это уж чересчур. Вон даже на заднем плане команда хирургов в новой униформе стоит. План операции обсуждают. А в касках они, чтобы хуем по лбу не получить. И обратите внимание, с какой горечью в голосе она говорит. Сегодня мы приехали на его адрес для отрезания. Создается ощущение, что отрезание будут делать ее мужу. Так что давайте своевременно оплачивать счета, чтобы к нам потом не приезжали. Для отрезания. В общем, аккуратнее, ребят, служба отрезания не дремлет. Служба отрезания, откройся! Блять! Ребят, от этого видео я реально до слез угорел. Да, что ты там рассказываешь? Даня, ну не мешай, девочки играются. Побери, Настя, беги. Даня, ты за ней. Что ты делаешь? Даня, вставай. Хулиган. Идем, Маш. Бля, я в какашки вступила. Согласитесь, вы ведь тоже совсем не ожидали такого поворота событий. Я, к примеру, думал, что пацан, который во время разбега забавно пизданулся, творит что-нибудь похлеще. Но что было совсем неожиданно... Бля, я в какашки вступила. Бля, я в какашки вступила. Я никогда не думал, что человек может так смешно вступить в какашки. И почему она использовала именно слово «вступила»? Это что, политическая партия такая? Партия какашки? Вступай. Я уверен, она бы на выборах точно победила. У нас все население по весне в эту партию регулярно вступает. Вообще, я думаю, детям на улице просто надоело торчать. А мамаша домой идти не хотела. Вот они устроили ей подставу, да еще и новое слово узнали. Бля, я в какашки вступила.
Чтобы научиться делать неебические магические фокусы, смотрите фига себе шоу на Карамбе и не забывайте подписываться на новые видео. Это был Плюс 100500, меня зовут Максим, пока! Блядь, здесь эти фаталити, нахуй, сука, блядь, голубалити, блядь, сука, блядь, иди нахуй, блядь! Толкни его, толкни, толкни. Сука, блядь, блядь, сука, блядь, сука, иди нахуй, блядь, сука, моя, блядь, я тебя победил, блядь, сука, голубалити, ахаха, блядь, на! Голубалити?